продолжение обслуживания мотоциклов, Ямахи. Взял такую дидовскую цепь, усиленную, золотую. Погнали, Фазер Мото. Фазер Клуб по обслуживанию мотоциклов. Ребята, короче, смотрите, такая ситуация. Сняли колесо, неправильно его поставил, его колесо. Сейчас его перемаркируем, его сделаем, перебортируем его и поставим правильно, потому что не работал спидометр, поспешили. Придется сейчас делать маленькую операцию. Крышка не прилипла, уже хорошо. Да только буливать 2 дня назад. Я понимаю. Или 3 дня назад ее. Андрей так, еще решились мы поменять тормозуху. Тормозуха, конечно, желает лучшего. Черная вся. Задний тормоз не очень работал у меня. Сейчас сделать. Вот с этим сложности. Сейчас прокачаем как раз заодно. Ну, и антифриз надо будет. Ну, в следующий раз приеду и антифриз поменяю. Колесо поменяли за одну. Видите, перед... неправильно был стоял датчик АБС, у меня не срабатывал, из-за этого не показывал скорость. Сейчас поменяем, все будет хорошо. И смотри, через 1000 где-то надо будет эту цепь подтянуть. Подтянуть, да? Она просварится. Угу. Ну, тут все это прикатается друг к другу, она немножко подрастянется. Ее надо будет притянуть, и потом она уже долго будет тогда натяжку держать. Понял. Выехал я с Фазер Мото, они вот здесь находятся на Осенней 23. Хотел бы сказать бы большое спасибо Мише, то что мне поменял цепь, быстро все сделал, поменял покрышку, я неправильно поставил покрышку, цепок поменял и прокачал мне тормоза. Ну что, мы не стоим на месте, едем дальше, сейчас поедем в Балашиху. В Балашиху. На мотооткрытие. Ребята, приехала на праздник в Балашиху. Байкерский суп. Это как байкерский чай в Ростове. Да, в Ростове, да. Это же байкерский суп. Вот. Можно сразу его. Один, один. Хорошо.
Можно сразу вот так. О, ништяк. Давай, давай, топи. Самый известный блогер России, латыш. Ага, рассказываешь, рекламируют. Не видел почему-то. Надо подписаться. Да, телеграм, все дела. Сейчас я тебе дам. Наклеечки нету? Да, да все есть, я тебе сейчас дам. Все есть. Все в кулька. Все в кулька, да. На, держи мне, не наклеечки. Идем на новый уровень. У меня такого нету. Слайк, идем на новый уровень с дедушкой. Это Пушкина. Да. Лехе подарил. На, держи. Спасибо. На ключике, да. Повесим. Смотри. На ключике баджика, прям сразу. Да, и все. Че, ключи потерял, будет Славик мне звонить. Славик, слышишь? Ключи потерял, Иван Васильевич будет звонить. Чип встроенный, все дела наладят. Да, нет, там телефон же написан же. Нет, на этой какого, геолокации со спутника. Все. Да. Вообще фотография клуба. Собрать. Давай я сфотографирую. А вот Славика мотоцикл стоит. Кентам его с верхних ломов. На веселых картинках не находим себя. Нам осталось на грамм. Да Ямаха же, да? Газоника еще. Что-то он больше. Она холодная была. А короче, когда хочет стрелять. Да, не хочет. Малыш уши закрыл. Не с привычки. Пошел поздравлять цветами получения. Короче, поздравляю, блядь. Ну что, спасибо, брат. Да я понял, да. Сейчас будем приклеивать. Славик, все. Привет, привет, привет. Повидались тут на открытии. Надеюсь, через закрытие. И у нас тут Елец, там все много еще сезон только. Ну, блин, не говори. Пока, Глоба. Чай белый? Thank you.
Как у вас?